Решил я, значит, перебрать свой велосипедик. У меня обода American Classic. Втулки тоже, как видите, American Classic. Значит, здесь стоял пыльничек. Пыльничек самый простой резиновый, и под ним стоит вот такой промик. Значит, моделька у него идет. Что тут у нас? Даже не пойму, что написано. В общем, короче, крутится пром идеально. Прошло, получается, сколько? С 13-го года, сейчас 22-й год. Вот 9 лет я на нем катаюсь, он у меня хранится на улице. Я езжу в дождь, и в грязь, и вообще куда угодно. И при этом я прома не меняю. Вот такое качество изготовления некоторых втулочек бывает. Биение на колесе около миллиметра, восьмерка. Я на нем прыгал где только можно, вешаю я 105 килограмм. И опять проблем никаких. Сейчас вот заднее будем разбирать. Так, вот это у нас задняя втулочка. Тоже подшипник живее всех живых. Все очень хорошо. Здесь у нас какая-то довольно серая смазка. Но это типа такой у нее цвет. Какая-то система. Мне сказали, это называется Ratchet. Я не разбираюсь. В общем, немножко протер. Дальше вот у нас идет очка. Такая толстая очка. Такими тоненькими наконечниками. Пыльники вроде живые. Дальше вот у нас барабан. Смотрите, какой интересный. А вот здесь вот одна пружина. Я тоже тут немножко смазочки протер. Потому что много ее было. Какие-то защелки, зажимы, там, наверное, собачки внутри механизма. Тоже подшипники, все очень хорошо. Вообще можно было сюда не лезть. И вот звездочку я помыл. Звездочка 10 лет ей, получается 9. Ну, пробег тут 1010, наверное. Вот какие-то звезды немножко подустали. А какие-то звезды живее всех живых. Буду теперь кататься опять, значит, на тех звездах, на которых не катался. Переднюю звезду поменяю на поменьше теперь. И буду докатывать. Вот. Так что вот такие вот втулки, можно сказать, вечные, вообще беспроблемные. American Classic. Вот такая мегагодзилла у меня получилась. Смотрится, конечно, очень ущербно. На данный момент вес вот этого всего извращения 13,5 килограмм. Багажник весит грамм 800. Вот. Но тут получается очень тяжелый руль, очень тяжелый вынос, тяжелые рога. То есть прям, ну реально, руль с выносом весит, наверное, килограмм. Такая вот Годзилла. Сейчас я вам покажу просто, насколько это страшно смотрится. И сегодня приехал руль, он еще выше. Здесь подъем практически 10 сантиметров. Если это сюда поставить, то я не знаю, на что это будет похоже. А карбоновая вилка вот с таким вот нечитаемым названием. Здесь как-то непонятно. То есть тормоз, посадочные места стоят криво, при этом тормоз стоит ровно. Вилка смотрится криво, но при этом все соосно полностью. В общем, какая-то непонятная конструкция. Вчера покатался, все нормально. В принципе, ездить можно, как будто на двухэтажном велосипеде ездишь. Но рубашки тросиков не хватает, то есть руль невозможно повернуть теперь. Вот, так что за почти 10 лет эксплуатации велосипеда подшипники в колесах полностью живые, рулевая на промах вообще в идеальном состоянии, ничего не хрустит. Единственное, что начинает хрустеть каретка. То есть через какое-то время надо будет, я думаю, еще лет 5 я покатаюсь на хрустящей каретке, поменяю. Потому что, видите, велик я не обслуживаю, цепь не смазываю. Все очень плохо. Но все работает.